Ну, мы довольно робко начали первый тайм, не свойственно для нас, да. Мы привыкли играть агрессивно, высоко встречать. Ну, первый тайм у нас не получился, пропустили гол, не разобрались там два центральных защитника и дальнюю штангу не закрыл. Чал у нас не доработал эпизод, выключился из эпизода. В перерыве с ребятами пообщались, в принципе, 1-0, 2-0 или 3-0, нам нечего было терять, то есть нам без разницы, сколько мы проиграли бы, да. Ребят попросил, в принципе, сыграть тот футбол, который мы играем, тренируем, да, то есть, ну, за это им спасибо, вышли, смогли себя, в первую очередь, они переломить, и ход встречи развернуть в свою сторону, забили гол со стандарта, там и ряд подходов было, да, могли эту игру и проиграть, могли и выиграть, такой интересный второй тайм был, то есть, туда и сюда, да, грубо говоря, ну, ребята, могу сказать отдельное спасибо за ту самоотдачу, за то желание, особенно по второму тайму, в этой турнирной борьбе, да, то есть, нам ничья, в принципе, как победа сегодня. Теперь все зависит от нас, оставшиеся туры. Нам нужно также играть, как сегодня, вторые таймы и стараться двигаться дальше. Коллеги, вопрос, пожалуйста. А вопрос, вы потеряли тречка или приобрели одно? Сегодня? Да, сегодня. Для вас, ну, лично для вас. По первому тайму мы приобрели одно, по второму потеряли три. В целом команда, я думаю, что сегодня больше приобрела, чем потеряла. В финальной стадии атак у наших ребят как будто бы желание превалировало на крови. Превалировало, поэтому не забили. Почему такая плохая реализация, Николай Николаевич? Ну из-за чего? Из-за того, что неподготовлены или... Неподготовлены к чему? К реализации? Ну ответственность, где-то, наверное, ответственность сковывает, где-то хорошо и соперник играет. А каждый случай отдельно сейчас... Трудно сказать. Ну, реализация у нас это проблема. Да, реализация проблема. Вы кого-то ругаете вот именно за то, что не забили гол? Ну, у кого моменты, то те, наверное, и тех и ругаем за реализацию. Над этим будем работать. Надо посмотреть сейчас конкретные фамилии. Были моменты, кто не забил, ну, что делать. Будем работать на тренировках.